Думаете, одна секунда – это очень короткий промежуток времени? Давайте посмотрим на это в глобальном масштабе. Итак, что же произойдет в мире за одну секунду? Поехали! Каждую секунду в мире собьют одного пешехода, взлетит один самолет, с конвейера сойдет два автомобиля. В мире родится пятеро детей, один из которых будет с врожденными дефектами. А умрут за это время три человека. Люди отправят 6 миллионов электронных писем, сгенерируют 40 тысяч сообщений в Фейсбуке, создадут 10 новых веб-сайтов и загрузят более 1 часа видеоконтента на YouTube. Каждую секунду ударит 100 молний, с поверхности Земли испарится 15 тонн воды, а наша планета за это время преодолеет 29 километров по солнечной орбите. Среднестатистический человек заработает 0,001 доллара, а Билл Гейтс получит 250 долларов. Люди сделают 27 тысяч фотокадров, откроют 4 тысячи консервных банок и выпьют 14 тысяч чашек чая. Прямо сейчас 1400 человек занимаются сексом, а 18 миллионов, включая и тебя, дорогой друг, смотрят в экран монитора. Друзья, давайте сделаем новую статистику. За одну секунду поставим палец вверх под этим видео и подпишемся на наш канал. Также рекомендую вступить в нашу группу ВКонтакте и посмотреть два предыдущих выпуска.